Проект дважды экспонировался в Москве, Ростове-на-Дону, Владикавказе, Махачкале и Ставрополе. Организатор – региональный общественный фонд содействия развитию культуры «Мир Кавказа». Выставка знакомит с историей и культурой Кавказа в многообразии его национальных составляющих, но в единстве образа через лица женщин, представительниц разных народов, судеб и поколений. Здесь более 200 экспонатов. Старые фотографии, акварели, рисунки мастеров 19 и 20 веков, современная фотография, живопись, графика и скульптура. В выставку включены материалы из собраний Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого, то есть кунсткамеры, Российского этнографического музея, Русского географического общества, отдела эстампов Российской национальной библиотеки, Центрального государственного архива кинофотодокументов Санкт-Петербурга, Северо-Осетинского государственного музея истории, архитектуры и литературы, Ставропольского государственного краеведческого музея, а также из частных коллекций. Вход на вернисаж свободный. Выставка будет работать до 4 февраля.